У меня закончилась картошка. Я пошел к соседке и говорю: соседка, дай картошки. Она говорит: бери ведро и выкопай один куст. Как выкопать один куст, пока у нас начинается непогода? Самой крупной картошки. Какая есть? Да все очень просто. Я нашел. Я нашел среди всей картошки самый толстый стебель. Если вы находите самый толстый стебель картошки, значит, самые урожайные клубни и самая крупная картошка из всего имеющегося у нас состава. И чтоб накопать побольше с одного куста, я знаю этот верный способ. А теперь бежим домой в такую непогоду. И пока соседка не видит, идем еще за одним кустом. Еще за одним кустом картошки. Быстро делаем все это быстро. Так, соседке скажем: о, что выкопали один куст. Так, в общем, вы меня поняли. Выбрать, даже убедиться в том, что, ой-ой-ой, что в клубнях действительно будет хорошая крупная картошка, надо ориентироваться по толщине стеблей, даже сухих, высушенных. Иначе никак. С вами был Сынуля Красотуля. С двух мы накопали пол ведра картошки. Ну и все. Зайдет как за один. Всем пока. Пока.